На повестке дня то, что волнует жителей. Представители двух микрорайонов, Заречный и Солнечный, пришли на прием депутата Совета депутатов городского округа Щелково от «Единой России» Николая Лавриени и его помощника Игоря Школьного, чтобы попросить помощи в решении ряда проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Люди приходят чаще всего с теми вопросами, которые касаются ЖКХ. И в частности, вот выяснилось, что ливневая канализация неэффективно работает. И это тоже проблема всего города и в частности конкретного дома. Такая проблема возникла у жителей дома 14 по Пролетарскому проспекту. Там должным образом не работает ливневая канализация и из-за этого подтапливает подвал дома. А вот жильцы Пролетарского проспекта 11 собрали подписи со всех квартир дома. Хотят, чтобы во дворе установили футбольную площадку, которую им обещали еще в 2017 году. Все документы у нас собраны, все было подписано, и вот до сих пор ВОЗ и ныне там. Хотелось бы, чтобы нынешняя власть как-то помогла нам с этим вопросом. Среди других проблем, с которыми жители обратились к депутату, состояние внутридворовых территорий, требующие ямочного ремонта, дорожное покрытие, устройство парковочных мест и другие. Жители приходят с своими проблемами, мы их обсуждаем и ищем пути решения. Екатерина Сусенко, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».